Для просмотра видео включите VPN. На картинке ниже смотри, какой включить VPN и какой выбрать сервер. Факты про корейские школы, которые ты точно не знал. Никто не пользуется корректором. Тетради размером листа А4. Домашку выдают на отдельных листочках. На уроках музыки все учатся играть на блокфлейте и ксилофоне. Странные привычки великих людей. Альберт Эйнштейн никогда не носил носки. А все потому, что он считал, что в этом нет смысла. Так как в конечном итоге большой палец все равно проделает дырку. А на официальные мероприятия, чтобы скрыть отсутствие носков, он надевал высокие сапоги. Фридрих Шиллер хранил в своей мастерской целый ящик гнилых яблок. А все потому, что тухлый запах вдохновлял его на поэзию. Факты о брекетах, которые ты не знал. Они не только создают идеальную улыбку и правильный прикус, но и решают вопросы с дыханием, позвоночником, жеванием и глотанием. Прямо сейчас 4 миллиона человек носят брекеты, и это только в твоей стране. Факты о твоем теле, которые ты точно не знал. Твое сердцебиение подстраивается под музыку, которую ты слушаешь. Твои уши и нос растут на протяжении всей жизни. Тело каждого человека содержит достаточно жира, чтобы сделать 5-7 кусков мыла. Если твое тело не двигается более 15 минут, ты засыпаешь. Ты точно этого не знал. Исландия единственная страна, в которой нет комаров. Психологи утверждают, что пристрастие к сладкому бывает от недостатка любви. 718 градусов Цельсия – это такая температура ада. Пчелы обокрали шоколадную фабрику. В 2012 году все французские пчеловоды чуть не сошли с ума. Ведь когда они открыли ульи, чтобы собрать мед, он оказался синего, зеленого, оранжевого и вообще любого цвета, только не желтого. Какое-то время пасечники молчали об этом, но потом им пришлось идти к ученым с разноцветным медом. Ученые подумали, что это розыгрыш, однако пообещали найти, откуда взялся странный цвет. И они нашли. А теперь вспомните, каких цветов бывают конфеты M&M's. Пчелы решили, что собирать мед с цветов – это устарело, поэтому они таскали разноцветные конфетки с кондитерской фабрики.